У нас в мае месяце будет 90 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. И начиная уже с апреля месяца во многих странах, во многих и в Азербайджане, и в других странах проходит ряд мероприятий. У нас тоже начались уже мероприятия здесь. Мы сегодня собрались здесь, чтобы почтить его, вспомнить о нем, рассказать о тех отношениях, которые есть между Азербайджаном и Казахстаном, потому что вы знаете, что основным человеком, который заложил эти отношения, это был Гейдар Алиев и Нурсултан Абишевич Назарбаев. И поэтому они заложили основу этих отношений. Среди нас находится такой человек, который видел Гейдара Алиевича, с ним работал, это бывший, будем говорить так, один из первых ректоров Гумилевского университета. Он находится. Ну, естественно, что очень приятно вспоминать, потому что и мне посчастливилось с ним работать. И поэтому это великий человек. Мы все должны радоваться, что у нас в Азербайджане был такой лидер, как Гейдар Алиев, а у вас есть такой лидер, как Нурсултан Абишевич Назарбаев. Гейдар Алиев, он является одним из лидеров тюркоязычных народов. 90 лет этому замечательному человеку. Да. И он создал прекрасную страну. Он развил культуру, спорт. Он всесторонне развивал свою страну. Сегодня Азербайджан, он экономически очень сильное государство. Я в 2009 году в составе делегации Казахстана посетил Азербайджан. Мы были на родине Гейдара Алиева, Нахчаван. Там проходил 9-й саммит глав тюркоязычных государств. Я очень убедился и видел своими глазами, как Азербайджан его любит, как его чтят. Потому что он создал мощную, очень крепкую основу своей экономики, своей страны. Сегодня во всем мире развивается дружеское отношение между Казахстаном и Азербайджаном. И это не просто так. Это дружеские отношения создали наши лидеры, наши уважаемые лидеры нации. Покойный президент Гейдар Алиев и нынешний президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев. Благодаря им мы сегодня продолжаем то, что они создали, то, что они хотели видеть, то, что они сегодня создали для всего тюркского народа. Я впервые в Казахстане, ваш вуз знает во всем мире, и я сегодня радуюсь, что я нахожусь сегодня в вашем вузе. Сперва хочу выразить огромную благодарность руководству Евразийского университета за создание такой возможности азербайджанской организациям и за такое уважительное отношение азербайджанскому народу, его общенациональному лидеру Гейдару Алиевичу, Алиеву. Вы знаете, что на стенах вашего вуза существует кабинет Гейдара, аудитория Гейдара Алиева. И это дает очень большой импульс в культурном обмене студентами, там, учеными людьми. Непосредственно в Баку тоже существует такой же адекватная аудитория Абая. Поэтому я думаю, что связь между двумя братскими странами идет очень успешно, и в этом немало заслуга коллектива вашего университета. Они большие дела делают. С большой благодарностью это понимаем и поддерживаем всегда отношения с Евразийским университетом.
Национальном евразийском университете имени Гумилева проводится научно-практическая конференция, посвященная честь 90-летия великого Гейдара Алиева. По теме общенационального лидера азербайджанского народа Гейдар Алиев и лидер нации, уважаемый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, основатель дружбы культур азербайджанских и казахских народов. Цель мероприятия, вы знаете, особенно молодое поколение, они должны знать свои исторические личности, потому что у каждого народа есть свои герои, яркие исторические личности. Из них вот один из ярких, как это считается, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, уважаемый президент Республики Казахстан, ахсакал тюркского мира Нурсултан Абишевич Назарбаев. Вот чтобы современность и молодое поколение знали своих, как говорится, ахсакалов, политиков мирового масштаба. Сегодня в прекрасной столице Казахстана, в Астане, в прекрасном университете Евразии имени Гумилева проводим конференцию, посвященную юбилею 90-летию со дня рождения великого сына азербайджанского народа, общенационального лидера Гейдара Алиевича Алиева. Взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном, это теплые братские отношения, можно сказать, что создал наш общенациональный лидер Гейдар Алиевич совместно с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Казахстанская земля является священной землей. Почему? Потому что на этой земле проживает более 100 национальностей. Многие народы, этносы, которые здесь выросли, корни распустили, стали личностями. Понимаете, это все благодаря казахскому народу и его великому сыну Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Я благодарен этому народу. Президент Елбасымыз Нурсултан Абишевич Назарбаевтың ең жақын досы Гейдар Алиев, Азербайджан Республикасының президенті. Енді олардың өз араларында достық қатынастары, енді бүкіл түрк қатынастары ішінде ең қымбатты, ең жақсылы менім жеке пікірім. Азербайджан мен Қазақстанда тұрған азербайджанлар бүкіл қазақ халқының ішінде бәрілер қазақ жеріне рахмет айтады. Қазақ халқының бізде тек қана достық, тек қана жақсылық, тек қана аман бәрілері бізде ұнайды. Мен азербайджанмын, ал екі мемлекеттің баласымын. Мен өзім азербайджан болсам да, мен Қазақстанда болып, бүкіл менің достарым, таныстарым, қазақтар. Қазақ тілін үйреніп, қазақ мәдениетін біліп, мен енді ашық қазақпен сөйлесемін.